Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, у нас ежедневки, само собой. Так, разыграйте 3 танцующих зомби, это хорошо, кстати. Заразительную сальцу, наверное, пойдем сегодня. Разыграйте 3 приема, то есть не имеет значения, что у зомби, что у растений, в общем, 3 приема. И разыграйте 3 ягоды. О как! Разыграйте 3 ягоды. Так, конец сезона, ребята, ровно через 3 дня. Так что готовимся к этому делу. И давай начнем, наверное, с невероятного события. Благодаря гаргантологу вы можете разыграть гаргантюа за 5 и 6 единиц уже на 3-м и 4-м ходу. А суперспособность разгрома стоит дешевле, потому что это карта гаргантюа. Это мы знаем, это мы все знаем. Но дело в том, что гаргантолога обычно всегда, ребята, пытаются уничтожить всеми, блин, силами. И поэтому очень тяжело его оставить на поле боя. Угу. Так. Ага. Ну, в принципе, ребят, если сейчас не завалят гаргантолога, то... ну, конечно. Конечно, ребят, ну кто нам даст? Ну, кто? Хотя, подожди. Если я сделаю... Да, я сделаю вот так вот, наверное. Поехали. Ага. Так, сколько нам стоит? 3 маны, что ли, стоит? Серьезно? Ну-ка, если я сделаю вот так вот. Вообще удешевил карты. Блин. Твоя налево, не даст мне нормально, да? Ну смотри, у нас троечка уже. Пум-пум-пум. А давай я сделаю так, посмотрим. Хм. Отлично. Отлично. Что я могу еще сказать по этому поводу? А если вот так вот я сделаю? Ну что, вспышка? Ты смотри, что у него. Ты смотри, что у него есть, а? Так, ладно. Блин, у него сейчас работает, наверное, блокировка. Нет, не сработало. Как же мне тут лучше сделать? А давай, наверное, сделаем. Так, на земле это просто двоечку мы сделаем, да? Уберем. Получается так. Ну, давай сюда поставлю. Сюда и, наверное, пока все. Угу. Так, я и думал, что какой-нибудь подвох будет. Единственная проблема, ребят, что блок. Вот блок сработал, да. И останется у него 4 хп. Радоваться-то, честно говоря, еще пока рановато. Давай я вот так вот поставлю. Так, ну это меня не интересует. В принципе, это тоже. Ну и все тогда, до свидания. Поехали. Бамс. Пробили. Что и требовалось доказать. Блин, разыграть и теперь... Разыграйте 3 приема. Вот и разыграли, ребята. Мы с вами 3 приема. Так, значит, что нам? Надо разыграть 3 танцующих зомби. То есть самое отличное — это пойти именно за заразительную сальцу. Кстати, она у нас и стоит сейчас. Поехали. Посмотрим, сможем ли. Но тут, ребята, не имеет значения, выиграем мы или проиграем. Нам нужно просто разыграть 3 танцующих зомби. Все. Если бы здесь поставили бы жесткое условие, выиграть именно в этом матче, тогда да. Пришлось бы тут что-то думать, придумывать. А так просто разыграть 3 танцующих зомби. Проще парень на репы. Единственное, что мы не можем с тобой дождаться никак. И еще это задание — разыграть 3 ягоды, если я не ошибаюсь, да? Разыграйте 3 ягоды.
У меня, знаешь, вот было желание сыграть, если не ошибаюсь, у подсолнуха, по-моему, у подсолнуха. Есть такая колода, ягодный набор или что-то там типа такого. Ну-ка посмотрим, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три, четыре. В общем, все связано должно быть именно с ягодами. Раз, два, три. Это же ягода у нас, ягода. Это возьмем. Чернику, к примеру. А вот это, вот эта ягода, интересно, или нет? Фрукт-растение. Фрукт-растение, но... Блин, ягода или нет? Потому что арбуз это тоже фрукт, но это ягода. Вот это, по-моему, ягода, да? Если это ягода... Блин, опять же фрукт-растение. Ну, не знаю, наверное, как-то так вот. Пим-пим-пим-пим-пим-пим. Молекулярку, может быть, взять еще. Кукуруза. Вот это. Ну и, наверное, все, да? Это, ребята, чисто на пробу. В первый раз пытаюсь сейчас сыграть. Вообще хочу посмотреть, что из этого может получиться. Не знаю, мне кажется, что это ягода все-таки. Хотя я на 100% не уверен. Ну что, попробуем. Я еще раз говорю, ребята, за вспышку на солнце играть не умею. Ну, потому что даже не то, что не умею. Мне не нравится, во-первых, она. И вот что у нас тут может получиться вот из этого всего. Ума не приложу. Ума просто не приложу, что у нас может здесь из этого всего дела получиться. Даже если я поставлю этого, он наверняка сейчас будет... Не знаю, там ландшафты. Даже не скажу, что он будет делать. Вот, видишь, что он делает? Ага. Да. Ну, я уж не знаю, кто там у него. Ага, вон кто. Совсем повезло тебе. Да вот мне-то, кстати, тоже, ребят, наверное, не совсем повезет. Потому что сейчас... Нет, блок не сработал. Хм. Так. Ты меня хочешь на этом, что ли, взять? На подарках хочешь меня размазать? Ну, хорошо. Давай смотреть.
Наносит 2 единицы урона, окей. Сейчас у него сработает блок. А, нет, блок не сработал. Так, он наносит 2 единицы урона, да? Значит, если мы сделаем... А, не получится. К сожалению, так не получится у меня. Так, это получается 4. Да фигня получается, если честно. Клубнику ставить. Давай смотреть, что получится из этого. Угу. Вытягиваю 2 карты. Такс. Ну что? Мумию ставит. 2 и 5. Шел сюда. Ну и все. Адьюс, амиго. Как вам, ребят, такой расклад? Мне понравилось. Мне очень понравилось, как мы сейчас разыграли. Ну, в принципе, да, действительно, рулит командочка на ягодах вспышки на солнце. Можно, как говорится, ее поиграть ей. Так, ладно, теперь нам надо сыграть... Разыграть, точнее, 3 танцующих зомби. Но зомби что-то, как видишь, что-то не идет у нас игра за зомби. В чем проблема? Не могу понять. Почему мы не можем себе найти достойного противника? Хм. Для меня это большой, ребят, вопрос. Ну в чем проблема-то, ё-моё? Неужели никто не хочет играть против... О, нашли, друзья. Как раз потянулся за чашечкой кофе, как говорится. И нашли мы все-таки противничка. Так, что я тут вижу? Я вижу тут, в принципе, неплохие комбинации. Вот, наверное, здесь заменить и нормально. Единственное, что не нравится мне... не смогу... Ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что он утворяет. Мне повезло крупно. Только разыграл на ягодах, и на тебе... Выпадает такая же команда. Давай сюда поставим. Так. Значит, все-таки на ягодах, да? Значит, все-таки на ягодах. Так, окей. Понял. Поехали. Не совсем то, конечно, что я хотел. Ну да ладно. Так, 5, 4, 9 в лицо, окей. Угу. Все. Я надеюсь, блок-то не сработает. Нет, не сработает. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту.
Замечательно. Пам-парам-пам-пам. Вот тебе и пам-парам-пам-пам. Что же нам сделать-то здесь? Давай вот так вот поставим. Надеюсь, у него нет газонокосилки. Ага, вот у него что. 3,3,6. Терпимо, ребят. А вот это плохо. Но это меня не пугает. Так, с этим разберемся. С этим разберемся. Давай сделаем вот так вот. И что же еще? Да и все пока. Угу. Тыква, да, значит, у тебя? Значит, тыква у тебя. Значит, тыква. Погнали. Вот это, конечно, неприятно. Ой, как неприятно, ребята. Ну, что он там сделает? Ага, размещает. Окей. Разместил, да? Что мы получим? Ах, до свидания. Ау, нет, 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 не то, не то, не то, не то. Твою налево. Ду... Ой, ребята, ой, тупанул я. Если он сейчас пробьет, он наверняка пробьет. Нет, ребят, не пробил. Тогда до свидания. Ух. Да. Я думал, блин. Я думал, что у нас атака повышается, а у нас же повышается хп-ха. Блин. Трындец, ребят. Офигеть. Это, вот этот вот последний бой меня аж немножко из колеи выбил. Блин, вот эти геройские задания тоже не понятно. Создайте лупу, нажмите на нее в коллекции. Коллекции. Лупу. Тут есть у нас поиск где-то. Поиск, например, вот. Вот лупа, например, пишем. Как она там пишется-то? Лупа. Блин, не то. Какие лепа. Лупа. Что за лупа? Это я не мутился, ребята. Это я хотел сказать, что за... Что за... ну, за растение такое, лупа. И вот к чему. Так, выполнили, да? Что за лупа? Ой, блин. Так, давай смотреть дальше. Какое там еще геройское задание? Повысьте силу лупы до 9 единиц. Силу лупы. Так, создайте главу семьи. Вот тоже глава семьи. Кто ты? Кто ты глава семьи? Ознакомьтесь с орехом в доспехах. Помогите ему обуздать его силу. Кабачок должен уничтожить 3 зомби. Поставьте зомби на лед вместе с Розой. Отправляйтесь на поле битвы с Троном и его водными друзьями. Создайте адмирала морской Боб. Нажмите на него в коллекции.
адмирал морской Боб. У Цитрона адмирал морской Боб в коллекции. Цитрон, что за адмирал большой Боб? Это кто такой? Что за морской Боб? Морской... А, нет, адмирал, наверное, надо написать. Адмирал. Посмотрим, что за адмирал. А, вот он. Ну, нажал. Вот, 10 гемов, ребят, получил. Так, что еще там такого из простенького можно сделать? Создайте главу семьи у зеленой тени. Глава семьи. Так, в коллекции, значит, нужно нажимать. Глава. Глава семьи. Кто это у нас? А, вот он, глава семьи. Закудахтал. Так, глава семьи сделан. Так, глава семьи должен повысить силу горошин 4. Силу, а, силу 4 горошин. Так, нанесите 10 урона при помощи особого навыка адмирала морского Боба. Разыграйте теннисиста чемпиона на дорожке с растением 5 раз. Создайте телепортацию, нажмите на нее в коллекции. Создай командира бесенка. Командира бесенка, значит. Но командир бесенков это... Да ё-моё. Блин, это надо нажимать везде, все в коллекции, все. Командир бесенков. Да не надо кликать-то сюда. Командир. Вот он, командир. Командир бесят. Почему-то я раньше думал, что это не командир, а просто капитан бесенок. А это командир, оказывается, бесенок. У меня, кстати, 3770, ребята, энергии. Еще 300, и мы с вами сможем приобрести. Так, нету больше? Вот, ребят, ну что, рискнем последний разочек. Фух, была не была. Ну, конечно, шансов ты сам понимаешь, что с одного пака. Но тем не менее, все равно хочу, потому что тут последний день остается, ребят. О, даже мегаредки выполни. Слушай, кстати, отличная вот эта вот карта. 5 энергии, правда, стоит, но она хорошая. И у меня ее... И у меня ее такой, по-моему, карты даже и нету. Так, коллекция. Давай-ка утилизируем. 140 получаем, да? Еще столько же, и мы можем с тобой купить одну из легендарных карт. Вот, видишь? У меня таких не было. А теперь будет. Не знаю, правда. Мне бы вот молекулярочки бы 4. Я бы, наверное, бы смог очень хорошо играть за гриб. Ставить очень много единичек, потом превращать их в клананасы и после превращать через молекулярку еще в более крутых растений. И там, конечно, непредсказуемость просто была бы дичайшая. Надо только все это воплощать. Ну что, дорогие друзья, на сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.